надо, не трогай. Это призывной пункт с автоматом. Нет, сейчас. Дали американскую армию. Нет, шевронами они должны быть какими-то знаками. Кому они относятся? Вот видно, что братан, это у нас вот понятие. Артём, увидел? Давайте их спалим, спрашиваем! Мы не можем удар оставить, мы держим оборону. Страшного валичного, страшного валичного. Там может быть близко, брата. Как вы стране у меня? Вот, да, вот за этим стоит. Заходи слева, слева. Давайте. Вон он, да. Командир сказал, что с ним не разговаривать. А там что? Выходи, не прячься! Мы думаем, по нашему городу с автоматами еще не ходили. Наши здесь не ходят с автоматами. Давай, Олечка, давай. Вон он идет. Вот идет через плац, подсвечивай. Они за каждым деревом. Вот через плац идет. Подсвети. Отлично. Они вот за каждым деревом стоят. Стрелять не будут. Не надо ничего кидать. Не вздумайте ничего кидать. Чё, блядь, забирай? Не получилось. Это вообще областной сбор. Вы сейчас перезвоним. Да, они за каждым деревом вон стоят. Как автобус уже сверху подъехал. Так правильно, здесь обойти 2 минуты. Ну это им поссать негде. Так, блин, давайте их проведем, как на Майдане, в квартиры, блин. Уложим поспать. Вон, они за каждым деревом стоят. Вон, один, вон. Вижу. Вот один, вон второй. За каждым деревом стоят. Да, они у каждого дерева стоят, смотрите. Страна должна знать свои герои. Первое дерево, второе. Вот они у каждого дерева стоят. Да мы здесь, мы нашли. Кого вы запустили? Это сборный пункт. Сиди. Добрый вечер. Добрый вечер. Подсветите. Объясните, кто тут у вас находит. Подразделение Министерства обороны, какой то город? Есть армия, город Кировоград. А что они здесь делают? Они здесь делают в Донецке. Кировоград, пускай будет Кировоград. Что они здесь делают? Тут глаза, честно говоря, не очень приятные, когда он глаза. А то какой-то вообще не русский. Да, вот по дереву они стоят. Он на первом дереве сюда. Первое, второе, они на каждом. Стратегического объекта, аэропорт города Донецк. Все. Это что, аэропорт? Это аэропорт? Аэропорт должен быть в аэропорту. Это вообще другие какие-то левые типы. Они здесь ночуют и питаются, не только охраняют. Еще где-то едят, наверное, правильно? А они, конечно, пришли поспать, блядь. Аэропорт свой захват. Поскольку такая проблема возникла, они сегодня переночуют. Чего не пела здесь? Они спят, а мы сейчас их уберем. Они такие же вот пела. Ну расскажи мне, а? Чего они бегают здесь? Они спят и не едят. Аэропорт, они должны были еще. Подождите,
У каждого подразделения должен быть какой-то приписной лист, правильно? А почему их разместили здесь? Показали бы там приписной лист. До свидания. Ну какой? А если я сейчас беру оружие, создаю в такой форме это и поехал на автобусе гулять? Почему эшелоны такая форма одежды? У них на эшелонами мы с формой свободны. На любой форме одежды должны быть опознавательные знаки. Какой армии принадлежат, правильно? Да, почему у них этого нет?